Премьер-министр Италии Джорджи Мелони отменила свой рабочий визит в Астану. Как объяснил пресс-секретарь Хасымжо Марта Тухаева, связано это с чрезвычайной ситуацией на севере Италии. Там из-за наводнения оказались затопленными не менее 40 населенных пунктов, а более 20 тысяч человек остались без крова. В качестве альтернативы итальянская сторона попросила провести телефонный разговор президента Хасымжо Марта Тухаева с Джорджи Мелони. Днем ранее она прервала свое участие в саммите G7, проходящем в Хиросиме, и вернулась в Италию ранее предусмотренного времени. Тем временем ситуация на севере страны остается сложной. В регионе Эмилия-Романия из-за дождей ожидаются разливы рек и новые затопления. В районе Равенны, где ситуация наиболее тяжелая, эвакуированы более 27 тысяч человек. Местные СМИ сообщают о нехватке питьевой воды и продовольствия.